Медведица Губач со своим детенышем собрались на водопой. Они даже не подозревали, что их там ждет смертельная опасность. У маленького озера как раз в это время находился тигр. Увидев, что медведь с детенышем приближается к воде, он решил отогнать незваных гостей. Тигр напал на медведя, когда тот с детенышем был в зарослях. Завязалась драка. Тигр явно выглядел уверенней. Но Губач тоже не струсил и начал отбиваться. Полосатому даже удалось завалить Косолапого и долго удерживать его на земле. Казалось, что исход битвы очевиден. Двое хищников наносили друг другу серьезные удары. Но в один момент у Губача открылось второе дыхание. Он освободился от захвата и напал на тигра. Тот к тому моменту был уже изрядно измотан, поэтому он начал отступать. Губач отогнал своего соперника к водоему. В этой невероятной схватке мать-медведица смогла защитить своего детеныша.